Это не фотошоп! Что? Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня покажу самый дорогой аккаунт в истории Stand-Up 2. Он стоит дороже 10 миллионов рублей. Я вам обещаю, просто слово даю, дороже, чем этот аккаунт вы не видели. Потому что это нечто нереально. Поэтому если вы стоите, ребята, лучше присядьте, возьмите валерьяночки, присягнитесь, мы взлетаем. Ну а если вы хотите получить совершенно бесплатно 10 тысяч голды от меня, то прожмите лайкусик под это видео, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий, это очень важно, все буду проверять. Ну что же, ребята, приятного просмотра, а мы начинаем. Да, вы видите то, что тут ранг Silver. Я уверен, то, что тут небольшой онлайн, 157 часов. Но когда вы видите аккаунт, вы все мне будете писать в комментариях, что это читерский аккаунт. Но я вам слово даю, нет, это настоящий аккаунт, я сам не верен. Разработчики лично написали, нету, все чисто. Так, ребят, давайте обо всем по порядочку. Что это, кто это и так далее. Терс — это очень богатый, успешный. Бизнесмен, бизнесвумен, криптоаналитик, криптобизнесмен. Просто богатый человек, у которого непонятно откуда вот так много денег. Но тем не менее, он купил очень много всего. Я вам все это покажу, обещаю, немножко подождите. Давайте я вначале покажу его личное сообщение. Братан, дай голды, ПЖ. И все просят. Можно прокачка, бро, ПЖ. Дай скин, можно буст, можно голду, ПЖ. А знаете почему у него все просят голду? Потому что после этого видео вы, наверное, тоже будете у него просить голду, потому что он, ну, прям очень жесткий донатер. Ну что же, ребята, я надеюсь, вы готовы. Не знаю, какой я точно готов. Погнали. Опа! Это просто его аккаунт. Я говорю сразу, это настоящие скины. То есть я могу их выставить на рынок, то есть захожу. Вот прям сейчас выставляю, например, за 55 тысяч голды. Видите? Все стоит. То есть все скины настоящие, я вам это гарантирую. Я сам не верил. Это реально настоящий аккаунт. Посмотрите, насколько же он дорогой. Это только начало. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 9 гифтбоксов. Обалдеть. А вы посмотрите, как много Origin кейсичков. И он все эти скины купил в один день. То есть он просто взял, психанул, задонатил 10 миллионов рублей и в один день купил все эти скины. Я вам сейчас все покажу. Origin кейсик из него стоит 6000 голды. Чего? Тычки Harmony! Тычки Harmony, вот это балдеж. Но тычки Harmony у него всего лишь одни. Так, идемте дальше. Тут, ребят, у нас такие обычные скинцы. Ну как обычно, USP Metric 100 треки, которые стоят по 12500 голды. Вы посмотрите на эти наклеечки, это же все арканы, это очень крутые, дорогие наклейки. Я просто не верю своим глазам. А ну вот это посмотрите, мать моя женщина. Вот это люди живут. Ничего себе, сказал не себе. А вот тут, ребят, наклеечки Дракулы. Это просто USP Metric. Дальше будет интереснее, ребята. С вас лайкусик, подписочка, и я попрошу, чтобы он именно для моих подписчиков, кто бы на мой канал подписался, поставил лайк, разыграл АВМ Sport 2. И, возможно, он будет не против. Так, ну что, ребята, смотрим дальше. Это еще один USP Metric. Еще одни крутые 4 клички арканы. Обалдеть. Ну, а теперь у нас пошли G22 Frozen. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Санечка, снимаешь! Каждый из которых стоит по 60 тысяч голды. Что же мы имеем в итоге? Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять, потому что у него их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 штук. G2 Frozen. Я никогда в жизни не видел, насколько дорогих аккаунтов, насколько крутые наклейки. Это реально настоящий рабочий аккаунт. Это не софт, я вас уверяю. А, Вики, ты хо? Я не верю. Это стон. Что? Вы хоть раз в жизни такое видели? Это все авики ТХ? Обалдеть! 9 авиков ТХ. Давайте посмотрим, что же это за авики ТХ. Вот этот авик ТХ, если я не ошибаюсь, это авик ТХ какого-то там трейдера. Окей, это мы поняли. Так, это авик ТХ. Я не пойму, чей это авик ТХ, но на нем реально стрёмные наклейки. Авик ТХ стоит 200 тысяч голды. И вот такие вот наклеечки. Ну, наклеечки надо поменять. Но, ребята, самое-самое интересное то, что каждый из этих авиков ТХ стоит по 250 тысяч голды. А знаете, почему цена 250 тысяч голды? Потому что он цену эту забустил до того, как он влетел и купил 9 авиков ТХ, цена была 120 тысяч голды. Он влетел и говорит, нет, ребята, повышаем цены. И теперь цена на авик ТХ 245 тысяч голды. АВМ Интерспорт с крутой блатной наклеечкой. Вау, да ты шо? Санечка, снимаешь? Ну, ребят, ну, кого ты удивишь? АВМ Интерспорт, сколько он стоит? 33 тысячи голды, ты такой, ребят, пыль. Тупо пыль, ребят, ну, конечно, ты пылюка.
Так, идемте дальше. Опа, P350 Radiation с крутыми наклейками арканами. Я бы с таким поиграл. Терс Брэд, подари мне ПЖХ хоть что-то. АВМ и Спорт В2. Это все АВМ и Спорт В2? Я уверен, вы сейчас все думаете, что такого не может быть. Типа, кентуха, ты давай выключай на все всякие эти программки. Но нет, это реальный аккаунт. Я вам даже историю покупок потом покажу. АВМ Спорт В2. Ребят, ну как вам АВМ Спорт В2? Ну как по мне, малышка, ищем там. А как вот этот АВМ Спорт В2? С четырьмя такими крутыми наклеечками с нотами. А как вот этот АВМ Спорта 2? Я помню, он стоил 55 тысяч голды, именно этот АВИК Спорта 2. А, обалдеть, он его тоже купил, понимаете? Он даже не смотрел на цены, он просто зашел, задонатил 10 миллионов рублей. Это реально, это квартира. Это даже не одна квартира, это 4 квартиры. Ну, в моем городе, где я живу, это 4 квартиры можно было купить. Но он выбрал задонатить Стендова 2. И я прямо сейчас нахожусь на этом аккаунте. АВМ Спорта Портовый 2 с голыми панишером. Да они же стоили, кажись, 100 тысяч голды, вот этот АВИК Спорт 2. И он его тоже купил. Братан, ты просто сумасшедший. Ты просто сумасшедший. У меня руки трясутся, ребята. Я такого никогда в жизни не видел. Как же страшно. Так, смотрим дальше. АВМ Спорт 2. Тут тоже наклеечки арканы. И наклеечки арканы очень даже неплохие. Блин, ребята. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. АВМ Спорт В2. USP Genesis. Да ты шо? Да ты шо? Не, ну у меня-то USP Genesis покруче. А вот тут-то просто ор выше гор. Чекайте. Чекайте, это FNFAL и лазеры. Я тоже не понимаю, что происходит. Я тоже думал, что этот парень софтер. Но нет, этот по-настоящему все. Террес по-настоящему задатил 10 миллионов рублей. Так, FNFAL лазер. Смотрим на наклеечки. Ну так все, нормально наклеечки. Каждый из которых стоит по 15 тысяч голды. Давайте посчитаем, сколько же тут FNFAL лазеров и какие на них наклейки. 5, 5, 10, 15, 18. FNFAL лазера 18. Окей, ребята, смотрим на эти наклеечки. Ну тут медведь, все по дефолтику, все как обычно. Так, а вот тут что за наклеечки? Тут, ребят, тоже арканы, кажется, которые стоят 1500 голды. Ох, ребят, что-то мне плоховатенько стало. Попью-ка я воды, потому что давление подскочило. Я чувствую себя бабушкой, которой лет 90. Ух, давайте просто немножко отдохнем. Идемте дальше. Идемте дальше, смотрим. Дальше у нас пошли G22 релики. Ха-ха! Он просто взял и скупил все G22 релики, которые были на рынке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 G22 реликов! Теперь смотрим наклеечки. Ну, наклеечки, ребят, реально очень крутые, очень классные. Да и вообще весь аккаунт очень классный. Ой, скажи, Кента, пока, че так мало скинул? Так, ребята, только начало. Еще же скины на рыночки! Че, забыли? Я вам все покажу, но, ребята, разлапьте ваши булочки и приятного просмотра, щеки-бомбони. 1, 2, 3, 4, 5 брелков. 5 брелков, брелки тоже очень дорогие. Что это? Это панишеры! Зачем он купил панишеры? Он запустил цену панишеров до 99 тысяч голды. Ничего себе. Так, ребят, дальше смотрим. Стикеры Snow Queen. Каждый из которых стоит тоже по 100 тысяч голды. И он тоже просто взял и купил 2 стикера Snow Queen. Что? Он сумасшедший. Дальше он начал покупать Хэллоуин коллекцию. И он не просто ее купил, он купил... Он купил очень много Хэллоуин коллекций. Каждый из этих эпиков стоит по 10 тысяч голды. Даже по 11. Теперь считаем. 5, 10, 15, 20, 25, 29. То есть вот эти вот наклеечки на 300 тысяч голды. Вот эти вот 29 наклеечек стоят 300 тысяч голды. А 9 АВМТХ. Да они стоят, блин, больше миллиона. Они почти 2 миллиона стоят. Этот аккаунт реально даже дороже 10 миллионов. Я не знаю, это какой-то нереальный аккаунт. Мне плохо, понимаете? Это аккаунт, который стоит примерно как 4 ваших квартиры. Ну как вам такое в вашем городе, да? Пошли дальше стикеры Rush. Давайте проверим. Стикер Rush стоит 3900 голды. И у него их 5 штучек. Ну как-то, ребят, маловато. Не по-богатому. Потому что до этого мы видели, что у него было гораздо больше наклеек. Так, ну что же, что у нас пошли? Дальше у нас пошло очень много разных пар перчаток. То есть, как я понимаю, перчатки для него это пыль. Просто зашел такой, это мне нравится. Взял там и купил, поняли? Перчаточки для него это пыль. Вы скажете, Кинда пока, и это все, вот эти все ножички. Да кого ты удивишь этими ножичками, ребят, я согласен. Но это не все. Мы прям сейчас еще перейдем на рыночек. Да, ребят, это ножи, посмотрите, как их много. Обалдеть. Он даже забустил цену на АКР Тахкингста трек, а ну-ка. Ну как забустил? Попытался забустить, но по всей видимости у него, ну, не очень это вышло, потому что цена не поменялась. Также
полностью купил АКР Техаста трек. С такой крутой, дорогой наклейкой, которая стоит 20 тысяч ялды. Обалдеть! P90 самурай, вот с таким вот самурайчиком. Ну, ребят, ну прям очень, ну прям очень-очень и еще раз очень круто и, самое главное, очень дорого. Блин, как же много наклеек, как же много всего. Ну, а теперь мы переходим на рынок, потому что, ребята, я показал всего лишь каплю моря. Дальше будет интересней. Так, тычки Harmony, одна пара есть. Анки ТХ, у него, ну так сказать, 9 штучек есть. Ё-моё, ну он, конечно, сумасшедший. О, Очипачимаки. А вот Очипачимаки, это просто нечто особенное. Потому что, ребята, вы посмотрите, сколько у него Очипачимаков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 Очипачимаков. И именно благодаря ему цена на Очипачимак подросла с 25 тысяч голды до 180! 180 костылей. Теперь стоит один Очипачимак. И это лично он забустил цену. Вы понимаете, что происходит? Просто остановите мир! Он сошел с ума! Лол, что? Блин, ребят, мне немножко не по себе. Теперь мы переходим к керамитам голд. Тут-то, ребята, пристегнитесь. Мы взлетаем! До того, как Терс зашел на рынок, стол 80 тысяч голды. Сейчас он стоит 125! Кстати, посмотрите, тут аватарка. Аватарка со мной. Так, ну что же, теперь давайте немножко посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть керамитов голд. Шесть! Мать моя женщина! Шесть керамитов голд! Братан, ты реальный! Брат, можно буду твоим сыном? Дальше у нас идет стикер Snow Queen. Что мы можем сказать тут? Два стикера имеются? Имеется, это и хорошо. М40 Monster Statrek, который стоит 54 тысячи голды. И у него тоже один этот М40 Statrek Monster есть. Посмотрите, как много фамас монстров. Посмотрите на эти наклеечки. Реально крутые, дорогие наклейки. Я не знаю, зачем он купил все это? Зачем купил хотя бы фамас монстр, который никому не нужен? Если он это делает с целью пиара, то у него все очень хорошо получается. Потому что, ребята, о нем скоро буду говорить весь стендов. Гифтбокс, ребят, у него всего лишь 10 штук. Как-то маловатенько, да? Я хочу быть твоим сыном, братан! P90 Radiation, который стоит по 23 тысячи голды, у него их 2 штуки. Я только думал то, что я скажу. Я нашел скин, которого у него нету, но я ошибся, потому что тег 9 некромансер. Давайте смотреть. Ребята, я уже не знаю, я уже не могу считать. Мой мозг тупо не варит от того, как же много скинов. Давайте просто посмотрим на эти наклеечки. Просто, ребят, полюбуемся этой красотой. Муа! Как же это дорого! Так, идемте дальше. О, дрэгоны, неплохо. М9 Bayonet Universe. Ну, я думаю, на такие ножи даже нет смысла заходить, ребят. Для него это пыль. Это тупо пыль, тупо сходить в магазин покакать, ребят. Поэтому не-не-не. Дрездер и Якузи. Сколько у него их штук? Одна. Ага. А, то есть я понял, то есть он много штук покупал, только дорогих скинов. А дешевые скины он и покупал по одной штуке, просто чтобы были на интере. Также он купил очень много эмочек некромансер статреков. И он поднял цену с 4000 голды до 5500. Ямша, какие тут крутые наклейки, блин! Вау! Ребята, плюс в комментариях, кто бы присел бы на этот М4 некромансер. Потому что я бы присел бы. Мамочка моя родная, это не сон. Я себя ущипну. Не сон. МП7 Близзарды, он их тоже купил. И он купил тоже очень много с очень крутыми, прикольными наклеечками. Ребята, просто обратите внимание. Стикер Mad Bad. Ну, я не знаю, без комментариев. А зачем он их купил? Я не знаю. Ну, тоже купил, ребят, наверное, мы вине. О, мы забыли зайти на Charm V2. Это же тоже на МС коллекции. Раньше он стоил 8 тысяч голды, а сейчас он стоит 18. Ничего себе он забустил. Хорош. А сколько он их купил? Ну, штук, наверное, 18. Самое интересное, мы сейчас посмотрим. Знаете, что мы посмотрим? За сколько же он все это покупал? Вот сейчас-то, ребята, мы все знаем. История покупок. Погнали. Че? За 44 косаря гифтбоксы? Дружище, ты чего? За 50 тысяч голды Snow Queen. Ну, это, как я понимаю, по закупу. Origin кейсы по 7500. Лол, что? Почему мне никто не сказал? Я бы ему тоже парочку слил бы. Так, тычки Harmony за 375 тысяч голды. Ты чё, братик? 375 косарей!
демочки некромансер по 8000 голды. Самое интересное, это авики ТХ. Авик ТХ 155 тысяч голды. USP геометрики по 10 тысяч голды. Тут он купил еще один авик ТХ за 153 тысячи голды. Ничего себе он жесткий. Тут он купил М40 монстр за 52 тысячи голды. Так, а FNFL лазеры он покупал по 40 тысяч голды в среднем. Он купил ФАМАС монстр за 28 тысяч голды. Лол, что? Братан! 28 косарей! У меня для тебя плохие новости. Мне вот интересно все посмотреть, сколько он купил Очпочмаки. В среднем, ребята, 40 тысяч голды. В среднем. То есть, видите, самый дешевый 22, самый дорогой 50. Почем же он купил G2 релики? Самый дешевый за 26, самый дорогой за 45! Что? АВМ Спорт 2 купил за 135 тысяч голды? А, ну, хотя тут прикольные наклеечки, поэтому я его понимаю. Но все равно 135 тысяч голды! Вы посмотрите, ребята, вот он, бизнесмен! Ой, ля, я даже скрин сделал. Вот это на превью, наверное, пойдет. Это просто самый богатый трейдер в истории стендов 2. Авики ТХ покупал по 150 тысяч голды. Ну, тут, ребят, в принципе, все по дефолтку. Тут 40 тысяч голды, максимальная цена, а самая дешевая 21 тысяча голды. Ну, что ж, дорогие друзья, в принципе, это все. На такой красивой ноте я заканчиваю это видео, ребята. Обязательно прожмите лайкусик, подпишитесь на мой канал, подпишитесь на мой телеграм-канал. Я вам разыграю 10 тысяч голды, если вы подпишитесь на мой телеграм-каналчик. Ссылочки в описании, 10 косарей за подписку. Также, ребята, ссылочки на канал Терса есть в описании, потому что это его аккаунт. Ну, вы поняли, все в описании, все, ребята. С вами был ваш бедный кентуха, потому что на фоне Терса я тупо нищий. Всех обнял, всем удачки, всем пока. Не забудь подписаться. Или ты пипа.